Тест-драйв. Окно у меня маленькое заднее. Почему? Маленькое, да. Маленькое зеркало. Как на Мазде маленькое вообще. Прям. Да. И твоя голова там загораживает все. Так, а сзади можно вот? Да, вот тебе. Ага. Если посильнее, она сразу моет его. Ага. А что так скрипит? А там потому что пленка наклеена на тест-драйв. Да? Ага, все понятно. Так, ну что, поедем тогда? Поехали. Регулировка подлагается. А надо на стоп нажимать? О, классно. Ползать. А можно его назад сдвинуть, и чтобы он остался там? Не, я что-то подожди. Все, о, вот, много... то он иначе мешается. Включили, все, да? Все, готово, да. Все, Шкода, да. Коробка. Вы выжимаете с левой стороны клавишу. А, слева. Да, и на драйв. А на тормоз же я нажимаю? Или как вообще? Ну, сейчас, ты, сейчас автохолд, по-моему, там нет или отключили? Автохолда здесь нет, здесь старт-стоп двигатель, здесь старт-стоп. Электронный ручник только. Электронный ручник, ну да, это я так его назвал. Можете эту музыку уже выключить, она только мешает. Давайте да, можно да. Так, осторожно, слева слепые, смотри, я, как я обычно. Я просто не вижу. Блокируется чуть позже, да? Слышишь, 18 км в час, когда скорость набирается в автомобиле, автоматически блокируется. Плюс ко всему, здесь еще новая мультимедия, за счет того, то, что там Mobi 3-го поколения идет уже, которая большая, так вы в личном центре видели. Там есть функция SmartLink Plus, она беспроводная для техники Apple, что-то проводная. Жесткая, для... Жесткий, я тебя предупреждал, да. А что показывает желтым? А, мертвая зона. Кто-то проехал вот рядом. Слушай, ну задние вообще с зеркала можно не... смотреть, вот лучше боковые. Ну там далековато сейчас. Ну ты, потому что под меня все настроено было. Ты же не настроила, ну, под себя. Газ такой. Легкий, тут справа, да? Там нечего смотреть на самом деле. Что там нечего? Включи лучше дворники. А, вот они уже включились. Так, скрипунки. Так, и то, что сбоку есть помеха. Руль такой легкий достаточно. Руль вообще легкий, самый легкий из, ну, тех, да? Которые мы смотрели. Uh-huh. Не, заднее стекло мне не нравится тоже здесь. Слушай, да. Вот а оно... вот заднее стекло на Кодиаке такое же, да? Проблема такая же. Узкое какое-то. Узенькое, там, да, что-то какое-то. Стекло или зеркало видно? Нет, вот стекло, оно как бы вообще ничего. Маленькое зеркальце заднего вида, да. На Кодиаке такое же? Прям, да. Такое, на Корсе вообще зеркало, зеркало точно такое же идет, а вот само стекло, оно чуть побольше. Тихо, осторожно, видишь, он как-то без поворотника прямо хочет. Давай. Хотел, перестраиваюсь. Без поворотника что-то пытается там. Да, ну, хотелось бы нам как-то это где-то прокатиться, где, да, где можно хотя бы до 60 разогнаться, да, по пробкам. Тест-драйв это, ну... И у вас тут маршрут короткий. У нас такой маршрут, да? Какой, да. Раньше жалко, здесь, раньше просто здесь... на Мазде мы туда прям... Да, куда-то там вот вообще, там какой-то Красногорск, еще какое-то кладбище, да. Там вот там разворачивались. Там прям по горкам, по горкам. Здесь, ну, просто... получика, пока эстакады это не построили. Ну, то есть нам хотелось бы, чтобы вот, ну, Катя это 60 хотя бы набрала, не разогналась, берем, почувствовала берем динамику. У, да, нас то есть будет, тут... у нас будет с вами отрезок дороги, где нужно будет набрать скорость. Ну, сейчас лежачий заодно посмотришь, как она проходит. Не, ну мне динамика абсолютно, а динамика нравится, вообще супер. Да, я вообще как-то для класса. Чё, ну как, да, тебе жестко, да, педаль? Чё, какие ощущения? Что-то скрипит, не знаю. Скрипит, дворники, да, какие-то не понравились? Шумоизоляция, как здесь вообще, ага? Она считается лучшей в своем классе. Да? Ну, небольшой такой гул какой-то такой приглушенный есть сзади, когда вот был. Не там. А сейчас там подробно, ну, побольше, да, сделать. Это я под себя сделал. Да? Руль нормальный, ну можно его отрегулировать. Нет, потом. Мне руль очень нравится. Mm-hmm. Мне вот эта ширина нравится. Потому что сидишь, как-то то пригибаешься, то это где-то в этом. Господи, в чем? В тепло. А это да, спереди это, а динамик, что ли, такой? Вот это что это такое? Вот часть, дырочка. Хорошо. Вот это вот это спереди. Это вот дальше. Да, вот это динамик? Это да, динамик идет. Дополнительно усиленный, он идет. Он получается, он как и динамик, и дает дальше такие басы. Понятно. Прикольно. Вот, в целом, как бы, если мы с вами говорим про вариант именно вот одноклассников, то, само собой, машина считается самой безопасной в своем классе. А по шумоизоляции считается лучшая шумоизоляция. Все-таки Шкода – это семейный бренд, поэтому машина, опять-таки, повторюсь, самая безопасная идет. Плюс ко всему, самый большой багажник, даже больше, чем у Тигуан на 20 литров. Серьезно? На 20 литров больше, да. Там европейский вариант идет, там докатка идет сзади,
за счет этого багажник глубже. Это 20, узенькое так. Колесо такое. Да. Ну, то есть вот мы 13 лет ездили, ни разу не потребовалось колесо. Слава богу. Не поверите, на родной резине 13 лет ездили. Родной? Да. На самом деле, господи, не так много. Нам здесь лучше левее держаться. Левее, с поворотничком. По стрелку уходить, да, мы здесь можем простоять с вами. Ах, нет, извините, наоборот, все правильно. Нам здесь, да, перепутал. Прямо направо. Нам в средний ряд, который здесь сейчас будет. А, короче, поняла все тут. Выработано, да. Ага. Ну вот, ты знаешь, я после. Ну, мы немножко тоже катались на Outlander'е. Там он, конечно, так повыше, такой помягче какой-то такой. А вот японцы, корейцы, они сами по себе всегда будут чуть мягче за счет этого. Да? Да. Ага. А европейские варианты, которые идут именно вот по ваговской группе автомобилей, они будут чуть жестче по подвеске, за счет этого машина более приемистая, более управляемая, менее валкая. То есть ага. Менее поддается какому-то боковому ветру, еще чему-то. Ага. И рулится лучше. То есть это считается более безопасным. То есть это сделано не просто так, как бы... Здесь самый классный двигатель и коробка классная, 8-ступенчатая, Катюш. В два раза больше передачи, чем у нас. Ну, слушай, в этом смысле... Ты просто еще не почувствовала. Да, много чего, как сказать, изучал. Мне-то, на самом деле, по габаритам, по размерам и по, ну, так скажем, удобству, да. Ну, вот здесь мне нормально. Ну, только расход какой-то 18. Интересно, вот у нас на Корсе просто не показывает нигде. Это, кстати, слева, Катюш. Обнулил его, не обнулил? Не знаю. Катюш, слева мост, который Путин открывал. А, это мы все... По его спецзаказу строили там. Почему не обнуляется? Не знаю. Так, кнопочки надо поизучать. Ну да, нет, тут удобная вот эта вот шкала, мне кажется, такая механическая. Ну, в смысле, она фиксированная. Есть необходимость ее включать, нет? Ну, нейтральный сейчас, нет. Это не нужно. Потому что это 18, это опять с прогревом было, да, как всегда? Да? Это был 18, это был с момента заправки, средний расход. Uh-huh. Здесь с момента пуск. Тихо, осторожно, здесь как-то ты едешь, не по полосам. А как-то. Как по полосам? Я тут не вижу, где по так, полосам. Не спеши. Они здесь, да, сами по себе. Что-то не могу понять, ребята, подождите. Эстакаду построили, а карман для поворота не сделали, да, из-за этого весь... О, она уже открылась, спереди пробочка. Слушай, мягкая такая педаль. Так, не скрипит что-то. Педаль вот... газа мягкая, да. Ну, нет, я уже привык, что они мягкие такие все эти педали. Сейчас нет, будет жесткая педаль тормоза. Я вполне как-то... Я уже понял. Но она чуть жестче, чем в этом, чем в Тигуане или где-то там у нас была мягкая. Там я не помню, где она была мягкая. В Тигуане она была мягкая. Здесь чуть жестче, но я уже привык, что они бывают мягкими. Так, мне, короче, заднее сиденье надо понять, насколько они... А ты еще не поняла? Не, мне нормально. Сейчас я просто... А, единственное, тут, по-моему, минус, они только одно положение, да, у одно них? Одно положение, да, они без наклона. Вот у нас даже в Корсе 2 здесь только одно. Не, ну тут само, оно по себе базовое нормальное, я считаю. Так, не врежься впереди. Ну попробуй немножко ускориться. А мы сейчас там дальше попробуем сами. Ты ориентируйся на впереди идущую там дистанцию. Так, а где мы будем заезжать? Там лучше, правее еще держаться. Правее, потому что здесь поворачивают на Ленинградку все. Мы до того кольца, что ли, доедем? До кольца не доедем, развернемся чуть раньше. Вот на обычном действии заворачиваемся, но нам надо сами динамику проверить, ну, чуть дальше, там, чтобы можно было разогнаться. Не, заднее стекло мне не нравится. Не нравится? Ну, оно во многих так-то. Где оно тебе нравилось, скажи?